Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь и канал Ходячая Энциклопедия. Как вы видите, серьезно изменилось качество видеосъемки. За мной может быть все, что угодно. Могу побывать даже в Антарктиде. Или, не знаю, на улицах старинного города. Или внутри какого-нибудь конструкторского бюро. Этим выпуском я начинаю новый сезон на своем канале. Надеюсь, вам будет интересно, и вы будете рекомендовать мой канал, видео с моего канала своим знакомым, друзьям. Обязательно делитесь, и самое главное, подписывайтесь на мой канал. Первая серия нового сезона канала «Ходячая энциклопедия» будет посвящена событиям Прибалтики. Давно хотел сделать обзор по этим событиям, но сразу я хочу сказать, мой канал вне политики, поэтому я не хочу затрагивать тему, кто именно был виноват в гибели людей. Но вы узнаете все сами. Итак, первый выпуск нового сезона. События в Прибалтике.